надежда. Вот это несчастье, которое случилось с нашей надеждой, я думаю, уже нету в этом городе человека, который не понимает, что в этом городе нужен серьезный дворец спорта. Мы сегодня его уже начали проектировать с Романом, сейчас делается первая стадия проектирования. В городе нужен дворец спорта. Ну, мы его назвали дворец игровых видов спорта легкой атлетики, но по сути дела это дворец спорта. И этот вопрос, вы понимали, мы понимаем фракции, вы уже, наверное, понимаете, что он не по зубам городу с его объемами специального фонда. Но этот проект нужно сделать качественным, открытым, для того, чтобы он мог конкурировать с проектами ДФРР. Юрий Исаевич об этом говорил. Есть тут нюансы, чтобы вы понимали, ДФРР это мы напрямую на него не выходим. Мы на него выходим через область. То есть нам нужно еще внутри области сначала пройти, так скажем, квалификацию со своими проектами. Когда Юрий Исаевич говорил о проектах, то, к сожалению, жизнь показывала, что пока я лично в своем опыте, мы не столкнулись с проектом, по которому можно построить от начала и до конца. Таких проектов не бывает. По объективным причинам. Уровень квалификации проектанта, уровень квалификации заказчика, который делает техническое задание и так далее. Просто жизнь, потому что долгострой и так дальше. Потому когда мы вот выходили с этим месседжем и приглашаем фракции, все-таки нужно найти в себе здравый смысл, который мы, как правило, находим, и все совместно выбрать те вот социальные, если мы говорим о социально значимых объектах для города Николаева, мы должны коллективным разумом выбрать, обсудить и реализовать. И Сергей Николаевич абсолютно прав. Уже сегодня поздновато говорить о реализации каких-то проектов в 2019 году. Потому что серьезные проекты в ноябре месяце не закладываются. Из того, что мы знаем, и мы знаем, что инвентаризацию делали, и еще ее там заканчиваем делать, она рано или поздно появится по этим всем проектам. Так скажем, вот таких вот именно крупных, о которых мы говорим на уровне дворца спорта, там, и какой-то новый стадион широкой балки там, и так дальше, их совсем нет, они только где-то зародыши. И говорить о том, что мы их реализуем в 2019 году, не приходится. Но не важно, я солидарен со своим коллегой, надо смотреть 2 года. За 2 года можно сделать, у нас осталось 2 года, 2 года каденции, и потому очень много можно сделать, если мы правильно распределим силы. Ну вот так по социальной сфере, значит, ну,